Казанский федеральный университет регулярно принимает представителей других стран. 22 марта КФУ посетил чрезвычайный полномочный посол Республики Уганда в Российской Федерации господин Джонсон Агара Олва. Встречал гостя проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. По традиции визит начался с экскурсии по музею истории Казанского университета. После нее состоялась встреча с руководством и презентация КФУ. На ней гостю рассказали про новейшие методы работы, историю и достижения Казанского федерального университета, стратегию его развития и приоритеты в научной деятельности. Хотелось бы поблагодарить Казанский федеральный университет за прием. Я остался под большим впечатлением. Университет очень развит, и было бы хорошо, если бы вузы Уганды были бы развиты точно так же. Посол Уганды надеется на плодотворное сотрудничество его страны с Россией и Татарстаном. Господин Джонсон Агара Олва назвал возможные направления взаимодействия с нашей республикой. Между Угандой и Татарстаном может быть продуктивная торговля, а именно экспорт товаров в Уганду. Казань и Татарстан интересны с культурной точки зрения. Это было бы популярно в Уганде в туристической сфере. Уганда открыта для сотрудничества и с Казанским федеральным университетом. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. We'll be right back.